Самолетостроительная корпорация МиГ представляет на МАКС-2015 развитие своего фронтового истребителя МиГ-29. С конца 90-х проводятся последовательные работы по приданию машине новых современных качеств. Первым в этом ряду стал МиГ-29 СМТ. Он получил новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, увеличенный запас топлива и систему дозаправки в полете. Расширился состав управляемого ракетного оружия. В начале 2007 года в воздух поднялась принципиально новая модификация 29-го. Двухместный МиГ-29КУБ, то есть корабельный учебно-боевой. А еще через полгода его одноместный вариант МиГ-29К. Несмотря на внешнее сходство с предшественником, новейшие палубные истребители имеют увеличенную площадь крыла, более мощные двигатели и цифровую систему дистанционного управления. Изначально самолеты были разработаны по заказу военно-морских сил Индии. Начиная с 2013 года, машины поступают в морскую авиацию России. До конца 2015 года российский флот должен получить свыше 20 новых палубных МиГов. Создание палубной машины послужило базой и для новых сухопутных версий истребителя. Одноместного МиГ-29М и двухместного МиГ-29М2. От своих морских собратьев они отличаются отсутствием тормозного гака, механизма складывания крыла и некоторых систем. Корпорация МиГ на авиасалоне МАКС-2015 представляет многофункциональный истребитель МиГ-29М2, истребитель нового поколения, который способен выполнять задачи как по уничтожению воздушных целей, так по уничтожению морских и наземных целей, а также ведению воздушной разведки в любых погодных условиях днем и ночью. Комплекс высшего пилотажа предусматривает выполнение всех основных фигур сложного и высшего пилотажа. Кроме того, мы традиционно продемонстрируем высокую маневренность нашего самолета, способность выходить на большие углы атаки, а также перегрузки. И главную изюминку, наверное, это совместный полет и проход самолета МиГ-3, легенды нашей отечественной авиации, то, с чего начиналась история марки МиГ, и современный самолет МиГ-29М2. Я хотел бы пожелать всем участникам авиасалона МАКС-2015 в первую очередь летной погоды, для того, чтобы каждый смог продемонстрировать свое летное мастерство, ну а зрителям это хорошего настроения, радости и гордости за нашу российскую авиацию. Компания «Сухой» подготовила для летной демонстрации на МАКС-2015 три боевые машины.
Су-34 – двухместный фронтовой истребитель-бомбардировщик. Самолет предназначен для нанесения высокоточных ударов по наземным и морским целям. При этом он способен вести маневренный воздушный бой с истребителями противника. Су-34 берет на борт до 8 тонн самого разнообразного вооружения. Просторная кабина и оборудование для разогрева пищи повышают комфорт для экипажа при выполнении длительных многочасовых заданий. Дальность полета машины составляет 4000 километров, а с одной дозаправкой в воздухе уже 7000 километров. Всего авиазавод в Новосибирске должен поставить в войска 124 истребителя-бомбардировщика Су-34. Су-35С. Серийный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Машина является венцом развития всемирно известного семейства Су-27. Новейшая радиолокационная система управления вооружением «Ирбис» позволяет обнаруживать цели на удалении до 400 километров. Это лучший показатель среди истребителей. Самолет оснащен современным комплексом радиоэлектронного противодействия. Бортовые системы предупреждают летчика о ракетной атаке, радиолокационном и лазерном облучении со стороны противника. Ракетно-бомбовое вооружение размещается на 12 точках подвески. Существенно улучшены и маневренные качества истребителя. Сделано это главным образом за счет новой системы управления и двигателей с поворотными соплами. Благодаря этому Су-35 способен демонстрировать уникальные фигуры высшего пилотажа. Вот одна из них — управляемый плоский штопор. Так фигура выглядит при съемке с земли. А так с бортовой камеры. В кабине заслуженный летчик-испытатель, герой России Юрий Ващук. Машина уже на вооружении, уже не первый год, как она поступила. Но вот это уже следующая очередная серия, которая более уже боевая. Судя по тому, как сейчас приходится пилотировать и эксплуатировать самолет, я скажу, что это, ну, не сглазить. Достаточно надежная уже машина.
Истребитель Т-50. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Самая новейшая разработка ОКБ Сухого. Этот боевой самолет пятого поколения вобрал в себя последние достижения в области аэродинамики, двигателестроения, конструкционных материалов, радиоэлектроники. Его главные особенности – малая радиолокационная заметность, способность полета на сверхзвуке без использования форсажа, функция электронного пилота, заметно облегчающая работу летчика, двигатели с управляемым вектором тяги. По состоянию на лето 2015 года несколько опытных Т-50 проходят всесторонние летные испытания. Уже достаточно далеко продвинулись, в основном в плане интеллекта. Это боевое применение уже отрабатывается, уже много интересных новых режимов получили локатором по земле, по поверхности. В ближайшее время ожидается такой радикальный скачок с точки зрения маневренности, перегрузки. Все движется вполне планомерно, никаких серьезных сбоев в программе нет, перспективы достаточно хорошие.